Вон он. Ой-ой-ой-ой-ой. Убил, убил. Убил. Найс. Минус один. Так, короче, чуваки, это Пупка Майнкрафт снова. Сегодня мы, короче, поделились на команды, как вы и говорили в чате. Да, в чате, бля, я уже привык просто на стримах. Так, смотри, Сэм, я уже нашел кое-чего. Я бронь себе нашел. Так, иди тоже лутайся. Да, в каждом, короче, доме, по-моему, по одному Бля, тут ничего нет, Сэм. Сэм, как так? Давай в окно прыгай, Сэм. Сэм, давай, давай быстро залутаемся. Вообще, поищи в домике, главное не разделяться. Короче, своим нельзя наносить урон. В плане руками, а все-таки убить можно. Это будет очень плачевно, если я убью Сэма или он меня, это я бы сказал. Грустненько, грустненько. Во, я нашел. О! Знаешь, что я нашел? Че? Я нашел UMP уже. Так, заряжаю. Так, ты где? А что я нашел? А я нашел нихуя. Давай я схожу в дом по соседству. Давай-ка мы будем держаться вместе, потому что. Окна, кстати, можно разрушать. Держаться вместе будем. Я тут еще сумму. Опа, нашел аук. О, я нашел АК. Нашел АУК, отлично. У меня АК и UMP, короче, есть. Так, патрончики, по одному рожку осталось. О, это ты там? Да, это ты. Сэм, назад беги, я там залутал. Короче, держимся вместе. Особо мы давай не будем бегать по открытым. Так. Что у тебя? АУК. Ну, сразу возьми его в руки тогда, чтобы... то нас убьют. Вон, давай вот этот дом полутаем, посмотрим, что здесь. Ой-ой-ой, я упал. Пошли. Давай, побежали. Перебегаем. Если кого увидишь, сразу пли по нему. Такой, бля, я корову испугался, слушай. Пли по нему. О, тут ящик. Так, что тут? О, я возьму, пожалуй, прицел. Это прицел. Поставлю его на калаш, если можно. Нельзя. А на UMP? О, я на UMP поставил. Ух ты ж, ё-моё. А чё в прицел ни хрена не видно? Видимо, это шейдеры такие у меня. Абассанские. В принципе, прицел нужен? А, какой? О, на, о. Вот такой вроде поставил. Блин. Все, поставился прицел, спасибо огромное. Так, отлично, аттечменты пока мы не будем расставлять. Вернее, мы уже расставили. Тебе нужен прицел какой-нибудь? Нет, нет, мне есть уже. Окей, так, Сэм, давай за мной, побежали. Нужно, вот, знаешь, как-то вот оперативненько работать. Тут есть домики, вот эти вот большие. И думаю, их лучше занять. Я думаю, там какие-нибудь мрази будут сидеть. Так, погоди, я... Мирная стоит, отлично. А то будут опять жаловаться, голос пропадает. Так, окна ломать можно, если что. Давай, забегай. Давай, оперативненько, по-спецназовски. Так, лутай, что тут есть? По-моему, здесь... О, ящик. О, возьми скар, слышишь, если нужен. Иду. У тебя вообще что за оружие в целом? АУК, я же говорю. И все? Возьми скар как дополнительное. Какие-нибудь патроны все равно одинаковые. Опа, это ты? Да. Окей, ты поменял магазин. Так, гляди в оба, потому что... Ой-ой. Так, против нас играет Вика, Фанни Гуфи, Невергирн и Детектив Моррис. Видосы можно посмотреть у каждой команды. Опа, смотри, я нашел прицел. Нужен? Да, нужен. Возьми. Это коллиматорный, ты где? Так, я тут. Так, держи, я тебе скину. Да. Кстати, я что-то иногда вот под определенным углом у тебя пушку не вижу. Или ты убираешь ее? Я ее убираю. А зачем? Все, Мешает? Удобно. Да, мешает. А ты поставь себе угол обзора 90. Прямо сейчас. Мы все с ним играем. А, я с ними так играю. А. Просто мешает, да? Да. Окей, ладно, пошли дальше. Тогда посмотрим, что у нас здесь есть. Вот в этот домик попробуем. Ой, блядь, кто-то стреляет! Ох ты ж, ёптить-моптить. Это ты? Да, это нет, ты. Нет. Не, в смысле, стрелял, это не ты, да? Я дробовик нашел. Тебе нужен? Нужен, бери. Окей, блин, на что мне заменить? На калаш или на... Блин. Ой-ой-ой. А я чуть не понял, а где патрошки? Оля, а, не-не-не, у меня на UMP нет патронов, чувак. Пустые магазины. Стой, дай. Я сниму с него. Ой-ой-ой, по нам стреляют, чувак. Я тебе отвечаю. Дай я дробовик возьму и все патроны кину. Ух, ё-моё. Ты такой спокойный. Окей. Насрать. Вообще насрать, по нам стреляют. Так, я заряжаю. Окей. Погоди, я уберу. Окей.
Так, Сэм, напряжно, я тебе скажу. У меня... Блин, мне еще с мушки стрелять, что ли? На калаш не ставится, как бы, этот обвес такой. Ой, вон, вижу Вику! Ой-ой-ой-ой, по мне попали. Она наверху, на самом это... на верхнем этаже. Да. Видишь? Да, вижу. Снайпер! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Короче, давай обойдем их. Врасплох их. У тебя, в принципе, прицелы есть? Попал? Надеюсь. Отходи, сколько у тебя... Сколько хп? Так, мало. Давай, сейчас отрегенься, не подходи пока что. Давай за мной, Опа, Фанни Гуфи убили. Пошли за мной. В окно прыгай. Пошли. Вон он. Ой. У меня кончились патроны. Так, все, перезаряжаю магазин. Сэм, давай за мной. Захватим. Ой. Так, сколько тут? Нулина. Все, оббегаем. Так, осталось у нас сколько? Опа. Понятненько. Минус три чела. И остался кто у нас, значит? Так, детектив. Не, кто был мертв? Ага. Гуфи. Не, стоп. Так. Был избит. Вика, Фанни, Гуфи. Ага, понятно. Короче, остался Невергир на один. И он, судя по всему, в этом здании. В принципе, у меня дробовик, пошли за Рашем. Пошли. Такой спокойный. Такой спокойный, блядь. Так, Сэм, давай-ка ты первый. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой, вон, это не голубой маг у нас, случайно. Они же в этом здании сидели, да? Походу, да. Сука, ты спокойнее, чем Гуфи. Так, нет, Сэм. Так, Угомонись, иначе пристрелю тебя. Да. Угомонись, пока не пристрелил. Так, Сэм, что-то я не могу найти. Может, нам как-то перепрыгнуть вот на то здание, не знаю, каким-нибудь образом. Я не знаю. Не, по-моему, это плохая идея. Давай-ка назад. Ай, блядь. Так, голубой маг, ты где? Ой-ой-ой. Ничего нету. Блин. Голубой маг, ты где? Они были не здесь. Вот здесь вот они были. Вот здесь голубой маг. Остался Невер. Невер Гирен. Заходим. Опа! По тебе? Да, вот он, вот. Откуда? Он, вот он. Не могу найти. Yeah. О, ты его убил! Красава! Ой, молодец, Сэм! Все. Вина, чикен дина. Молодец, Сэм. Молодец. Занял топ-1. Давай, постреляй. Прекрасно. Все, хорош. Короче, Сэм, молодец. Заняли первое место нашей команды. Меня убили как собаку. Но ничего страшного, в принципе. Другой раз повезет нам с тобой. Кстати, тут пулемет валяется. Так, второй раунд, Сэм, побежали. Так. Блин, мы в каком-то хреновом месте, на самом деле, заспавнились с тобой. Давай сюда. Блин, куда я прибежал, чувак? Что это такое? Где мы? Вот, давай вот в эти дома. Не-не-не-не, давай вот эти частные дома залутаем. А то, думаю, внутри, ну, там хрень какая-нибудь лежит. Ой-ой-ой, а как тут пройти? Мы все еще без оружия, у нас неравные силы. Давай, заходи. Так. Ищи ящики. Вот, я нашел один. Что у нас? Блин, я нашел глушитель, Сэм. Че? Я нашел глушитель, говорю. Куда мне? На палец присовать? Себе. Да. Ну, блин, да. Ладно, в принципе, у нас еще, возможно, есть шансы что-нибудь найти. Давай попробуем. Так. Где, что? Вот, нашел. Я нашел крис-вектор. Крис-вектор, опа. Сэм. Дробаш нашел. Да? Да. Опа. Зигота. Опа, зигота. Так. Неплохо. А ты где сам-то? Сейчас меня увидишь. Ты я в доме? Ты в доме? Да. А, да, окей. Вот он. Впереди. Так, в принципе, у меня крис-вектор с глушителем. Угу. И знаешь куда? Давай залезем вот в этот дом. Мы будем как грабители. Так, что у нас? О, я нашел броник. Ой-ой-ой, как тут темно, сука, и страшно. Так, свет выключай. Чтобы не было привлечения внимания. Так, Сэм, ты где?
Так, я на втором этаже. Окей, понял. Давай, обчищай все. Чё? Опа, опасно, опасно. О, отлично, бери снопу. Так, свет выключай везде, чтобы не было. Чтобы неповадно было. Так, я пока прочекаю дальше, что тут есть. Так, по-моему, тут ничего больше нет. Свет выключаем. Чпинкс, чпинкс. Все, короче, это здание наше. Так, окей. Мне бы прицел какой-нибудь найти на, как этот, на Крис Вектор. Так, тут ничего нету. Что нашел? Так. АКР нашел. АКР? Тебе нужно? Да. Это что такое? На, иди сюда. Ну, бля, подойди сюда. Ну, ну, ну. А, ACR, ACR. Ну, в принципе, давай, давай, окей. А чё, у тебя только... А, у тебя дробовик и снайперка? Да. Может, давай, так... у меня просто две автоматические винтовки. Окей, давай. А, на снайперку тогда. Блин, погоди, погоди, знаешь что? Крис Вектор? Блин, тут, короче, такая хрень... Не-не-не, забирай снайперскую винтовку. Тут такая фигня, то что на нее патрончики-то не подходят. Это ты был? Ты перезарядил? Да, я перезарядил. Окей. Вот. Просто не надо меня так пугать, я это... Я же могу это... Испугаться могу. Не, давай я выкину, потому что на Крис Вектор у меня что-то... Патроны по нулям. Так шибить, будем на ACR. Прицелов нет никаких у тебя? Нету. Мат хрень. Иди за мной, иди за мной, сюда. Ну давай, ниже этажом спускайся и за мной сюда. Смотри, смотри, смотри. Окна разрушаем. И вот сюда, чпинкс. Давай. Ой, сейчас гнездышко обустрою. Стой, сюда не падай. Все, все, все. Оба. Я бы сказал, зигота. Все, 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 вот так вот. Все, в принципе, нам хватит. Не, а давай я второе дерево займу. Сейчас, сейчас, я как-нибудь запрыгну так. Во. Вот так вот. Так. Ну что, погнали нахуй. Я звоню рот. Все, я буду здесь сидеть. Все. Ну что, сидим, мы гуким. Гуким. Да, сидим, пердим. Не то слово, не то слово. О, вот вижу, вижу. Вижу Невера. Опа. Пошли за ним, нет? Или не пошли? Или тут пока посидим? У тебя снайперская... Вон, вон, вижу, еще вижу. Гуфи, Гуфи. Там Гуфи бежал. Или кто-то похожий. Короче, вот в этом доме, большом, этом... Большом доме... Вон, еще Вика бежит. А, вижу, вижу, вижу. Видел, да? Да. Так, еще вот в белом длинном доме Невер с Моррисом. Ну все, пизда, девочка. Пизда, девочка. Опа, опа. О, видишь? Где они? Да, я вижу. Они там в окне, на балконе втором я этаже. Понял. Справа. Справа. Вижу. Блин, только мне надо как-то подобраться поближе. Сейчас к тебе подойду. Ой-ой-ой. Топ-10 опасных смертей руферов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты хочешь их рашить пойти или нет? Не-не-не, я лучше отсижусь тут. Лучше отсидишься, да? Да. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сколько у меня хп, как мало. Ой, как мало у меня хп. Ой-ой-ой. Ой, ты бы знал. Слушай, а может давай тогда пойду, а ты прикроешь меня как-нибудь, не знаю. Окей. Нет, я знаю, что я возьму. Я в прошлой катке, помню, запомнил, здесь лежит пулемет. Да, пулемет М249. Ох, ё-моё, всё. Чпинкс. Ну тут 30 патронов, правда. Оба-на. У меня пулемет, пошли, слышишь? Слезай пошли. Там как-нибудь аккуратнее. Окей. Аккуратно слезай. Аккуратно слез, да? Регенься пока что. И пошли вместе со мной. Ты где? Сэм, я сзади. Вот, пошли. А, вот он, всё. Так. Давай тогда оббегаем их хату. Они в ней, по-любому. Прячутся. Да. Я тебе отвечаю. Ну чё, чё, залетаем? Ой-ой-ой! Откуда? Блин, меня Сэм, убили. Сэм, тебя убили! Как так? Да. Со второго этажа. Ой-ой-ой-ой-ой, это страшно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Сэм, как так? А я вот сюда спрячусь. Я думаю, здесь меня не видно. Меня не особо видно здесь? Нет. Нет. Вообще. Тихо-тихо, они ходят где-то. Что? Я бы такой... Сейчас я посмотрю. Так, блин. Что-то напряжно. Так. Они ближе, по крайней мере. Гуфи там осматривается.
Ну ты не монитори особо, слушай. Типа. Стой. Они в окна, да, вот здесь ходят? Она, да. А давай сделаем вот так, типа. Ну, да тихо, я покажу. Блин, я окно не разбил. А чё не разбивается окно, я не понял. Оба, у них снайперская винтовка. В принципе, можно попробовать, знаешь? Куда? Я их уже не вижу. А, нет, Вика там стоит на втором. А Гуфи? О! Убил, убил! Фанни Гуфи так. Убил. А Вика там же наверху, да? Убил, минус два, отлично! Отлично, nice. Ох! Лежать плюс сосать. Ох, ща погоди, распределю оружие, потому что так много носить нельзя. Ох, ох, ох. Так, мне не нужна вот эта безделушка. Это что было? Ты слышишь это? Что? Что за гром гремит, блядь? Так, я возьму себе, наверное, аук. Не-не-не, я возьму... А, стоп. А, нет. Мне показалось то, что там какой-то челик, а это лошадь. Ну, вот это... Вот, вижу. Вижу, погоди. Погоди. Как-то можно было так? Ага. Отзумировал. Блин, как-то подозрительно, блин. Был в этом доме, сейчас в том. О, вон. Так, что-то не вижу. Не могу понять. Их оба там. Они там в этом шалаше. Каком шалаше, блядь? Каком шалаше? Бля. Ну, короче, там в каком-то маленьком. Шалаш там, и там еще и бассейн есть. Я понял. Все, можешь пока что. Ой-ой-ой. Убил! Nice. Минус один, квикскопом. Так он спрятался там. Он пытается бежать через забор. Да? Так, погоди. Вижу. Спрятался. Убежал. Да, убежал. Так, погоди-ка. Ой-ой-ой. А я за заборчик. На остановку. Убил! Первое место! О, прекрасно! Ох, уже этот вкус победы. Все, третий раунд, побежали, Сэм. Так, давай. Тут. Ой-ой-ой, нет, здесь нельзя пройти. Твою мать. Сейчас, давай по-быстрому. Ой-ой-ой, найдем оружие. Оружие найдем. Так, тут пусто. Тут. Вот, я, кстати, тут вижу ящик какой-то. О, я каску нашел. Че на втором этаже? Ничего нет? Сэм. Все, Акасик нашел. Акасик, проверь сразу, есть ли там патроны вообще, типа они. Да, есть. Отлично. Есть. Не, типа там не по нулям? Не. Все, отлично. Ровно 30. Все, стреляем. Так, я нашел еще. Я нашел прицел, если нужен. Хотя на АК не поставится прицел. Так, пойду вверх, посмотрю, что тут есть. Тут есть что-нибудь? Mm-mm, тут ничего нету. Тогда пойду еще ниже. Нужно. О, не-не, я нашел прицел, еще один, только этот коллиматорный. Так, Сэм, давай ко мне поближе держись. Окей, иду. Ты где? Я тебя что-то найти не могу. Сэм, это... Я тут. Готовь сразу пушку, вот пошли вот в этот дом, залутаем ее. Слушай, можем в ту будку снова пойти, там будет лежать пулемет М249, у которого подгорела жопа у всех, с которого. Пошли. Возьмем? О, я еще нашел этот голографический. Ой, бля, коллиматор. Ой-ой-ой, по нам? Опа. Да, по нам. Ой-ой-ой. Все, я перезаряжаю пушку. Так, Сэм, готовься. Готовься, Сэм. Окей, готовлюсь. Готов? Да. Так, Сэм, аккуратнее держись. А кто там по нам пострелял? Я не... О, вижу! Ой-ой-ой. Так, они в доме. Видишь? Да, видел. Так, перестрелка. Я сломал им окна. Так, стрейф. Вон, она на втором этаже, Вика. Ой-ой-ой-ой.
патроны кончились. Так, я стреляю, стреляю. Ой-ой-ой. Так, так, так. Так, да-да-да. Ой-ой, у меня мало хп. Не-не, не мало, нормально. Стреляем, стреляем. Блин, война, Вьетнам. Так. Ну чё, идем за пулеметом и 249. Ты тогда стреляй. Ой, пулемет взяли. Ой, у меня мало патронов. Чувак, у меня мало патронов, очень. У меня вообще нету патронов. Чувак, что нам делать? Бля, бегаем. Чувак, бегаем. Что нам делать? Чувак, нас сейчас застанут врасплох. Кулаками пиздец. Давай, побежали. Побежали. Нас застанут врасплох. А, вот они в доме. Они в доме, чувак. Беги отсюда. Чувак, они в доме. Побежали. Блять. Сэм, ты жив? Блядь. Сэмми. Я бегу. Я нашел патроны на ACR. Я нашел патроны. Давай. Сэм, я нашел патроны. Где? Вот. Так, лутайся, Сэм. А я видел, эти два чмошника сидят, короче, голубой маг и детектив Моррис в будке, слышишь? На, ACR, возьми ACR. На. И патроны. И на, прицел этот, коллиматорный. О, блядь, стой, у меня есть прицел такой, четырехкратный. Все, давай. Посмотрим, где девочки. Они, короче, вот в этой будке сидят, слышишь? Все, пизда, девочка. Да не то слово. Опа, слышал? Это что такие? Это ты нажал на кнопку? Да, я нашел, да. Я включил свет. Окей, так. Напряжно сейчас было, согласись, да? Такие, блин, разбежали. Бля, это корова, я думал, кто-то стоит целиться. Ну, блядь. Корова, так, я зум на самый ноль. Или, блядь. А ты слышишь, как я зум переключаю? Нет. Слава богу. Не, поставлю на 50 зум, а то что, смысл от этого зума, если он не зумирует? Если что, прицел поменяю. Так, Сэм, ну что? Что будем делать? Я не знаю. Я знаю, блядь! Выжидать давай, будем лучше. Выжидать? Да, лучше выжидать. Тактика галактика? Да. Сэм! А куда делся мой коллиматорный прицел? Блять, Сэм, я просрал коллиматорный прицел. У тебя нет лишнего? На, вот это отбери. О, спасибо огромное. Thank you very much. Пошли, Сэм, пошли. Да, просматривай коридоры. Так, тут ты лутал? Так, я тут вообще не лутал. Так, давай посмотрим, голубой маг эти там сидят все еще или нет? А? Ща, чекну. Не-не, чувак, тут пролутано, тут нет ничего. Пошли за мной, надо посмотреть, голубой маг и этот сидят еще там в доме или нет. Блин, а гранаты тут есть? Нет, я не ставил гранаты. А это что лежит такое? Блин, а, это патроны нулевые. О, а вот этот ящик, ты лутал? Нет. Я его залутал. Ладно, пошли ниже этажом, слышишь? Сэм, пошли за мной, здесь обойдем. Вон он! Блядь, Сэм, отходи! Убегай. Да. Нужно патроны еще экономить. У нас мало патронов. Окей. Стоп, они там не обходят нас? Не-не-не. Или стреляют просто. Они стреляют по кому-то, они стреляют, я не знаю. Ба. Я слышу по кому-то. Сэм, они там сидят, слышишь? Где... Сэм, смотри. Не здесь. Надо на улицу обойти тебе. Фанни Гуфи убили. О, молодец. Раз, два, три. Так, раз, два, три, четыре. Остался детектив Моррис. Будь осторожней. Сэм, он на улице, Сэм. С дробовиком. Сэм, он обходит. Он вот он.
Молодец, Сэм, ты... Блядь, топ-1, чисто. Чисто победа, чисто победа. Сэм, ты красавчик, просто молодец, блядь, Сэм. Сэм, красава. Блин. Красава. Три раза. Молодец. Ой, бля, это было напряжение. Чуваки, если вам понравится, ставьте лайк.